В общем, решил ввести новую рубрику на канале. Может быть, кому-то будет интересно. Это распаковка с iHerb. iHerb, если кто не знает, это такой сайт, где можно заказать всякие веганские добавки, витамины, всякие сыроедческие, вегетарианские, веганские добавки. В общем, очень прикольный сайт. Очень много того, что у нас или дороже, или вообще нет у нас в наличии. По крайней мере, в Казани у нас не так много выбора. Первое, что попадается на глаза, это веганский протеин. По-моему, он состоит из гороха, органического риса и всякие вкусовые добавки. Вот, вообще в Штатах, по крайней мере, не котируется соя совершенно. И соевые протеины там уже вообще как бы фактически никто не продает. По-моему, они продаются только в России. Вообще, изначально я хотел заказать только хлореллу, но так как этот протеин был со скидкой, и остальные продукты тоже были с очень хорошей скидкой, я решил тоже взять их попробовать. Вот. Тут 48% белка на 100 грамм. В общем, такой протеин, я не знаю, со вкусом шоколада. Никогда такой не пробовал, просто решил попробовать. Следующее – это экологически чистый мед, по крайней мере, так написано на упаковке. Вот, решил тоже взять, попробовать, сравнить. По-моему, в районе 300 рублей стоит такая баночка, или 250. Вот, поэтому тоже решил попробовать. Следующее, это то, ради чего я, в принципе, сделал заказ. Это органическая хлорелла. Это микроводоросль, который имеет абсолютно все аминокислоты, причем они абсолютно усваиваемые для нашего организма. На 100 грамм она содержит, по-моему, 52 грамма белка. В общем, очень крутая штука, как пищевая добавка обязательно надо принимать, особенно веганам, вегетарианцам. Вот, и не знаю, она... В принципе, по цене такая же, как в России, просто я решил сравнить, в чем будет разница между вот этой хлореллой и нашей, которая продается у нас. Так, следующее – это органический протеин. Тоже шел со скидкой, решил попробовать, потому что он очень прикольный, полностью органический и содержит, по-моему, семена... гороха, семена чиа, потом витграсс, по-моему, содержит хлореллу также в себе. Ну, то есть, по содержанию, в принципе, здесь, я так понял, взяли все суперфуды и просто смешали вот в этих пакетиках. Следующий продукт очень интересный, его никогда не пробовал, это мака перуанская, что-то типа нашей редьки, которую перемололи в порошок. Тоже подходит сыроедам. И ей, по крайней мере, по отзывам, придают очень крутые свойства в плане того, что она усиливает очень сильно либидо, сексуальную функцию, регулирует гормональный баланс и очень сильно повышает энергетику. Лично я именно для этого и взял, чтобы пить ее перед тренировками, и посмотрим, будет ли какой-то результат от этого. По цене она, в принципе, такая же, как и в России, но... так как я не хотел платить отдельно за доставку, я заказал ее с iHerb. Вот. В общем, попробую. Самому интересно, что это такое. Вот. И последнее, что у нас, это просто тоже какой-то маленький веганский протеин. Тоже он стоил очень дешево, просто взял вдогонку. Вот. Если вам интересно, я оставил ссылки на эти товары в описании. И еще оставил свою... ссылку, по которой вы можете зарегистрироваться в iHerb, и вы получите 5% скидку на первую покупку, если еще не зарегистрированы. А я при этом получу бонус лояльности и смогу себе сделать еще какой-нибудь заказ со скидкой. Вот, так что если хотите получить скидку и поддержать меня, то вот регистрируйтесь по ссылке внизу. Все, буду дальше рассказывать про свои посылки. Всем пока!